карточку, визитную карточку ансамбля «Луговчанка». И сегодня у нас открывается 20-й сезон этого ансамбля. Давайте вспомним, что же предшествовало такому слаженному коллективу. Это было в 70-м году. На работу пришла молодая, энергичная женщина Рина Филипповна Чупрова. И она, как выпускница хорового отделения училища культуры, естественно, собрала любителей пения. И вот пришли, тогда все очень хотели идти в клуб, все хотели быть артистками, все хотели выступать на сцене, и пришли любители пения. Это Парфенова Вера Васильевна, Табашникова Анна Александровна, Канева Людмила Александровна, Корякина Зинаида Григорьевна и многие-многие другие, которых, может быть, я и не знаю. Но, к сожалению, Чупровой нет с нами сегодня. 12 лет она отдала клубной работе. Но здесь у нас в зале сидят те люди, которые ходили в клуб на эти кружки, на эти пения, на эти вечеринки. Давайте спросим у них, как же все это было. Вера Васильевна Парфенова у нас сегодня в гостях. Давайте расскажите нам, как же все это возрождалось, как все это начиналось. С места можно, да? Приехала в 69-м году в марте месяце, хотя и жила в Красомеге, мы тоже там участвовали в художественной деятельности. В 70-м году подошла ко мне Рина и говорит: девочки, давайте организуем свой хор. Но у нас не было тогда ни хора, у нас просто была как бы агитбригада. Мы выступали не по назначению, не специально, а просто, приспичило, собрались, спели. Выступали на 9 мая, на 8 мая, на 8 марта. Но такого сплочения, как сейчас, конечно, у нас не было. Мы не занимались, что вот сегодня репетиция, завтра репетиция. Собрались и все. Конечно, вечера у нас проходили очень веселые. Народу было тоже, собиралось очень много. Ну и что еще могу сказать, мы также ездили по деревням. В основном мы ездили в Кедровый Шор, в Бызовую, в Кожву. Также были мы в Соколово, но в Соколово я была всего один раз. А в Кожву, Бызовую и Кедровую мы, конечно, посещали часто. Что именно пели? Ну что пели? Пели песни «Милая мама», песни и старинные. В основном мы пели, конечно, старинные. Хором, если, то мы пели старинные песни. Останется у нас навсегда, так как мы начинали работать вместе. И я желаю процветания. И тоже будут посещать. Спасибо. Были у основания нашей луговчанки, мы хотим подарить небольшие подарки. Так, луговчанка, пожалуйста, как именинники. Так, назовите кого? Назовите Антонину. Канева. 1975 году на городской сцене на празднике проводы зимы выступал хор, женский хор Луговского дома культуры. И поэтому можно считать, что в 1975 году возродился новый хоровой коллектив Печорского района. Можно так согласиться? Можно. Значит, мы решили, что все-таки 75-й год – это год рождения коллектива целого, дружного, и начали заниматься уже более систематично. И к 9 мая уже выступили, и все заметили, что в Луговском клубе открылся новый хор. И во всей деревне. Давайте слово дадим Елене Владимировне, пусть она немножко нам расскажет сегодня. Видите всех, кто к вам приходили? Всех, конечно, не помню. Добрый день, дорогие мои. Я очень рада сегодня встретить вас здесь, в этом Доме культуры. Я отработала 12,5 лет. Чуть-чуть не хватило до 13.
Годы эти вспоминаю с большой благодарностью. Почему? Потому что, когда работаешь душой, когда даришь людям радость, ответную реакцию получаешь. Я любила вас, вы любили меня. Я, наверное, правду говорю. И поэтому сейчас, конечно, я очень волнуюсь. Я хотела бы вспомнить молодежь, которая пришла, я вот с 76-го года работала здесь, которая пришла сюда в Дом культуры при мне. Это была Тамара Примакова, Оля Бобрицова, Наташа Азолина, это Саша Тарасенко, наш замечательный конферансье и вокал в нашем вокально-инструментальном ансамбле, который вел все концерты на ура. Это Паша Нагибин, вы знаете, они из клуба не выходили. Только с работы они сразу сюда колонки мастерили, динамики прикручивали. Тогда все делалось своими руками. Кто нам тогда что покупал? Ничего, было пусто. Все было на голом энтузиазме. Вот. Это Вася Усов. Ему от меня благодарность и низкий-низкий поклон. Вы знаете, если бы не Вася, если бы не наш замечательный Василий, то и меня бы не состоялось, понимаете? Это музыкант от Бога, он слухач. Я ему всегда говорила: Вась, ну давай я тебя нотам научу. Вот этот инструмент же не возьмешь на поля с собой. Никуда приедешь в Дом культуры или в клубик маленький, инструментов же нет. Естественно, нужен только баян. Вася говорит: нет. Ой, это уже поздно, это не надо. Ты играй тут, а он рядом сидит, баян дергает. Таким образом мы учили партию баяна. Потом я уходила от инструмента, остановилась уже как солистка в вокальную группу. Вот так мы работали. И сегодня мы хотели бы с Тони подарить вам песню, которую мы исполняли, как-то я уже не помню, когда, но она у нас была в репертуаре. Когда на лугах там переливались еще где-то. Да, вот. Песня называется «Аленушка». Сейчас мы... Yeah.
и вам небольшой подарок. Спасибо большое. Да. А вот этой песни 80-е годы. Давайте бывшие артистки, бывшие солистки этой песни вот сюда вот на сцену. Вы вспомним, вы репетировали и не раз. Прялкой. Кто вязал, кто шил, кто вышивал с пяльцами. Вот это такая была картинка интересная, красивая. Ну и, в общем-то, хвалили мужчин.
будущее и его перспективу. И наши женщины не подкачали. Даже не то что женщины, но и мужчины. Появился даже мужской вокальный хор, небольшой такой, ну можно сказать, ансамбль мужской и ансамбль гармонистов. Все дело в том, что в 81 году на базе Путейского поселкового совета создалась централизованная клубная система, куда вошли Дома культуры поселка Луговой, Путеец и клуб Белый Юг. И, естественно, хор стал больше два раза. Так это было, так это было. Присоединились туда путейские. Это Чупрова Мария Философовна, Крюкова Тамара Ананьевна, Берович Альбина Александровна, Канева Левтина Тимофеевна, Кузнецова Нина Петровна, Беседина Светлана Борисовна. Вот, и хор стал такой большой, такой огромный, выступать стали еще лучше. И вот солистка появилась у них, новенькая солистка, Нина Николаевна Морозова. Сегодня, на сегодняшний день, она у нас занимается в другом коллективе. Сегодня она пришла к нам в гости и подарит нам песенку. Пермия, на покосах, в деревнях выступали, и в городе здесь выступали. Репертуар был очень большой. Вот. Были у нас большие праздники в Путейском клубе, семейные ансамбли, конкурсы, семейные ансамбли, праздник народной музыки. Даже нас и поощрили, и мы ездили выступать на Налимовский праздник Сыктывкар. Вот, вспомнить, конечно, много. И поэтому я сейчас, я даже волнуюсь, не знаю, что сказать. Всем только здоровья, здоровья и творческих успехов. Несмотря, что трудная жизнь, но держитесь крепче. Мы живем. И подарю я вам песню «А мне бы в деревню». Как только припомнится детство, а улица лучше на деревне, как становится тесно среди городской толчни, а мне деревня, которая в речку глядится, мне небесно, как чует плыву на вода. Что делать с собой не знаю, а дом гляжу на люди, а в запад раз замираю, чаще друзьям я дарю, а мне в деревню, которая в речку глядится, и мне в Чего не будет, а куда? Ты спросоли на поле, а дружи на дрожь колоси.
Виталий Квилев создал. Это было в 87 году. Сегодня у нас в гостях Тырина Наталья Васильевна, которая пела в этом ансамбле, Синюкова Юлия Николаевна и Пастухова Лилия Николаевна. Так.
слово ей для поздравления. Мы именинники и ждем. Ну, я поздравляю весь коллектив, что все-таки так долго и плодотворно вы трудились, и хор все-таки остался и живой. И желаю вам, чтобы вы всегда так же пели дружно, и он вас больше и больше и больше становился. Поздравляю, всего-всего вам доброго. В 1982 году он был лучшим работником культуры этого года. Поэтому давайте поздравим его, вручим небольшой подарок и скажем, вручили, да? Скажем большое спасибо, что он столько лет занимался вокальным ансамблем и не растерял наши таланты. Я не готовился, ну что? Так, ну ладно, я здесь, значит, работал, приехал сюда, поступил к работе, значит, в 82 году. Приехал и вижу что-то знакомое лицо у директора, никак не могу вспомнить. Лена-то, да. А потом назову, ну не уже помнишь, что ли. Я у тебя, так, на практике были в Устюсе. Лена, у меня была, потом была какая-то фамилия Куликова была. Я говорю, ну привет, опять нас судьба свела вместе. И вот вместе с ней мы очень долго здесь работали, поддерживая друг друга, поднимали, значит, культуру, путейцы, Луговом. В общем, было очень хорошее время. Поздравляю всех, да. Ну, сейчас я дальше уже работаю в городе, значит, в городском отделе культуры, в досуге, там дальше пошел. Значит, такие, да, пошелся там, побольше. Ну, поздравляю всех 20-летия нашего, значит, ансамбля луговчан. Работать вам еще столько же, наверное. Больше. Если сможете, хотя бы столько. Наше смутное время тоже, не знаю, как выдержим. Ну все, ладно. Хотя мы его и пригласили, он обещал клятвенно, что он придет обязательно. Ну и зазвучали у нас под сводами наших клубов авторские песни о коми крае, о любви к своей родине, лирические песни, частушки. И в это же время образовался семейный ансамбль, второй семейный ансамбль Чернышовы. Пожалуйста, Галина. Галина Николаевна, во главе Галины Иванова, Люба, пожалуйста, мы тоже вас сюда приглашаем, чтобы тоже присоединились к нам. И наша луговчанка, пожалуйста. Носова Александра.
песенка «Соловьи», музыка Альберта Акеева. Участников бывшего и настоящего хора с праздником с большим. Ну, что хочу сказать, я работала совершенно немножко, но считаю, что за 13 лет работы какие-то успехи были. Вот мы провели авторский вечер, организовали, спонсоров нашли, это приезды, уезды коллективов очень много собирали, развозили. И потом у нас была поездка на Орфея вниз до Ижемского района. Вот я считаю, что это моя работа за 13 лет. Желаю всем всего хорошего. Вы, наверное, заметили. Потом второй шили сарафаны. В 80-х годах шили сарафаны. Юлия, пожалуйста. И мужскую рубашку тоже выдали. Николай, вспомни себя, вспомните таких рубашек. Потом красное платье, красное платье. Вера Васильевна, пожалуйста, покажите. 83-й год, подсказывает. Красное платье и были бордового цвета платье для ведущей. На мне платье... Это, у Ирины Маклаковой, Ирина Андреевна, которая проводила регистрацию свадьбы. И последний наш костюм. Последний. Вот наши сарафаны. Пожалуйста, Лугарчанка на сцену. Лугарчанка на сцену.
И к нам присоединялись гости вместе с Альбертом Григорьевичем, с ансамблем. Ирушка вот у нас в платье. Ирина выходит у нас. Ну, первое слово для поздравления Николаю Николаевичу. Назвал маленьким творческим отчетом за тот творческий путь, который прошел за 20 лет ансамбль.
20 лет ансамбль держится на энтузиазме вот этих прекрасных, замечательных женщин, мужчин, которые, ну что говорит, все народное творчество держится на энтузиазме. Они не получают зарплату, но в то же время жертвуют своим свободным временем, приходят, занимаются, несут радость людям, несут культуру в народ, и от этого как-то жизнь становится лучше в наше тяжелое особенно время, за что им особенно большая благодарность. И я не покрывлю душой, что скажу им спасибо большое от всех жителей поселка Путеец, Луговой, Белый Ю и всего Печорского района. Хочется пожелать, чтобы наш ансамбль сохранил свои традиции, также присутствовал и на дойках, и на сенокосе, и на всех вечерах, и привлекал больше людей, и молодежи особенно, и нес дальше культуру в наши души, семьи, нашим жителям. Ну и, как говорится, самого главного – это счастье и здоровье. Будет здоровье, будет ансамбль, и все остальное приложится. Ну и принято. На юбилее дарить подарки. Поэтому, чтобы вы могли после тренировок, после репетиций отдохнуть, собраться, мы дарим вам набор чайной посуды на 50 персон, чтобы ваш ансамбль развивался. Все остальное на столах, так что будете чай пить, помните. Которая связана буквально близко с самого 74-го года, когда меня пригласили в Печору работать. Еще тогда был Артеменко Иван Петрович. И была такая форма работы, как кураторство над сельскими учреждениями культуры. Вот когда я приехала, то я была сражена, значит, приказом, утверждена куратором Луговского дома культуры, потом всей Луговской системы. И пришлось сразу же, конечно, знакомиться с работниками дома культуры, участниками самодеятельности. Меня сразу же поразило, что в этом доме культуры, в Путейском доме культуры, жители этого поселка жизнерадостные, боевые, энергичные, веселые. И вот несмотря на то, что менялись руководители учреждения культуры, менялись руководители коллективов, коллективы эти жили, пели, песня была, есть и будет. Ну, посмотрите, когда проходил творческий отчет города Печоры в городе Сыктывкаре, ведь какой ансамбль гармонистов эта система выставила на столичную сцену. Там вышли Чупахин, Трапезников, Усачев Василий, значит, да? Усов. А женщина Роза Гарма. Роза Гарма, так они начали играть. Роза Гарма аж вскочила с гармошкой и плясать по сцене. Нам говорят, вы слушайте, это что, педагоги музыкальной школы играем? Да вы что? Это же у нас рабочий совхоза, водитель. Там был значит, сторож магазина. Говорит, не верим, это только были профессионалы. Ведь все и вариант. Не только песни, они с вариациями играли все эти произведения. А Роза так начала плясать, там частушки начала петь. Опять на ура прошел этот весь коллектив. Ведь долго у нас этот коллектив и в городе тоже показывали, тоже участвовали во всех наших мероприятиях. В наших домах культуры сколько бы там работников не было, потому что из двух работников культуры не создашь хор. Не было бы сегодня танцевальных коллективов, потому что сам работник не может и петь, и танцевать, и шить, и так далее, и так далее. Именно большое спасибо за преданность музыке, песне и танцы участникам художественной самодеятельности, которые сегодня, отработав свое рабочее время, еще идут в Дом культуры, поют, читают, танцуют и выступают. Значит, мы сегодня почетной грамотой Кирину Наталью Васильевну, это директор Луговского дома культуры. Самодеятельности и, конечно, за участие в работе этой вокальной группы. Так, награждается Дуркина Наталья Васильевна, тоже за прекрасную песню. Тоже огромное спасибо, поздравляем. И вот такой сувенирчик наш. Также награждаем Дуркину Веру Васильевну. Вы заметили, что здесь три девочки на сумме. Три девочки на сумме. Три девочки на сумме. Три девочки на сумме.
смысле слова, что очень приятно. Поздравляем. Награждается почетной грамотой отдела культуры Попова Юлия Васильевна. Спасибо огромное. Уже, наверное, видели и в альбомах, что уже Маклакова Ирина Андреевна тоже много лет участвует, уже когда еще была секретарем исполкома в этом совете. Вручаем эту грамоту и небольшой сувенир. Ну, уже когда мы просматривали и прослушивали вот творческий путь этого коллектива, мы увидели, что, еще раз скажу, что в хорошем смысле слова преемственность в этом, семейственность в этом коллективе. Вот мы прослушали семью Пастуховых. Прекрасный коллектив, мы помним все маму Пастухова, которая тоже участвовала в всех мероприятиях, прекрасно пела, была ядром и центром этого коллектива. И вот дети не удержались, потому что мама недавно все-таки вот уже скончалась, и огромное им спасибо в том, что они все-таки продолжают эти традиции, несмотря на все эти условия. Ну, вот сегодня мы увидели семью Чернышовых, самую маленькую участницу, которая участвует, тоже побывала уже и на городской сцене. И сегодня отдел культуры награждает семью Чернышовых, что именно у них уже и дети. Субтитры сделал DimaTorzok.
танцевальной группы. Весь коллектив вас всех поздравляет и дарит вам танец, который называется «Танец рук». А исполняет Васильева Катя и Никипилов Павел. А сейчас приглашение на праздник, точнее на вечер встречу бывших участников самодеятельного хора. Это будет встреча, свидание с музыкой, песней, хорошим настроением. Пройдет вечер в Доме культуры поселка Луговой в воскресенье 26 ноября и начнется он в 13 часов. Ну а сейчас мы дадим слово организаторам этого праздника. Это Наталья Тырина, директор Луговского центра клубной системы, и Евдокия Шахова, директор Дома культуры поселка Путеец. Мы пришли на студию, чтобы сообщить вам, что в воскресенье 26 ноября намечается у нас большой юбилейный день. 20 лет Луговскому самодеятельному хору. Конечно же, в течение 20 лет многое изменилось. Первоначально была женская вокальная группа, затем создался хор. Руководителем была Чуброва Рина Филипповна, к сожалению, рано ушедшая из жизни. Несмотря на трудности, ведь у нас не было музыкального работника, все же она не растерялась и создала женскую вокальную группу. А с приходом в 76 году Потапа Елены Владимировны и аккомпаниатора Усова Василия Степановича у нас обновилось многое, появился побольше состав. И в 80 году был у нас творческий отчет Дома культуры Луговой. Выехали в город показывать свое мастерство. И нас очень оценили, отделы культуры сказали, что верят в ее будущее, перспективу, и женщины наши не подкачали. В 1982 году нашу женскую вокальную группу пригласили в участие в Сосногорске, в Дни культуры района, Печерского района, а затем выехали в Сыктывкар на юбилейную дату 60 лет Коми Республики. В 80-х годах появилась на нашей территории Луговская централизованная клубная система, куда вошли три клуба – поселка Луговой, поселка Путеец и поселок Белый Ю. И, естественно, образовался сводный хор. Руководителем художественным был Рудольф Александрович Коюшев. Появилось очень много новых песен, обновился состав. Приготовили для наших женщин красивые новые сарафаны. А в 82-м году Рудольф Александрович стал лучшим работником года.
И в 1984 году нас заметили в Министерстве культуры. Они сказали про нашу Луганскую централизованную систему, что у нас накоплен большой опыт. В 1989 году появился у нас новый художественный руководитель Артеев Альберт Григорьевич. Это у нас местный композитор. И в репертуар нашего ансамбля вошли его песни. В 1992 году у нас был творческий отчет Альберта Григорьевича. В нем приняли участие все вокальные ансамбли нашего района. Нет на свете родины менее, где в других лазурни небеса. Солнце ярче, звезды все светлее, где отрадные рощи и леса. В 1993 году вдохновляет своим искусством художественный руководитель Волков Сергей Григорьевич. Ну, с приходом Сережи поменялся полностью репертуар. Есть у нас свои заводилы частушек, хороводов, есть свои солистки. И все же мы опять зазвучали на три голоса. Репертуар у нас расширился. Уважаемые печерцы, все эти песни и всех этих людей вы можете увидеть 26 ноября 1995 года в нашем Доме культуры поселка Луговой. Мы приглашаем всех бывших участников и тех, кто хочет услышать песни лирические, народные. Этот праздник состоится в час дня. Поменьше горя. В общем-то, спасибо вам за все, что вы сделали в своей жизни, а вы сделали много. Не ваша вина в том, что сейчас трудно, правильно? И вам в первую очередь трудно, по вам это все больно ударяет. Вот. Счастья вам, добра вам и поменьше вам в будущем горя. И долгих-долгих лет жизни. И я еще вначале хочу вам сказать, кто же нам помог организовать этот вечер. Помогли нам совхоз Печора, магазин ваш Оксана, и путейские коммерсанты Белоглазов и Шайхулин. То есть наши богатые коммерсанты, не забывайте о вас, оказывают такую небольшую, но такую чувствительную помощь. Потому что вы знаете, что государство уже на культуру внимания не обращает, скажем так. Моей бабушке. Я хочу вас поздравить с праздником пожилых людей и хочу вам спеть несколько песен. Первая песня «Красная рябина». Конечно, без гармошки. Извините, если приехала. Не приехала. Красное платье созревших рябин бросила осень.
мой сын, здесь я родился.